Встреча пользователей коммуникаторов и КПК в пиццерии определяет формат мероприятия. Много пива, чуть меньше еды, но всех больше разговоров о девайсах. Новинки вызывают ажиотаж, особенно новинки от HTC. Три устройства, которые должны появиться в России уже в ближайшее время. Два – продолжение известных моделей. Третье – совершенно новые предложения на непривычной еще русскому пользователю операционке Android. Но все по нарастающей. Dutch Cruise 2. Dutch Cruise 2 – это официальное название. Кто в теме, то скажу, что Dutch 3G и Dutch Cruise 2 – платформа одинаковая, 528 МГц, интерфейс Dutch Flow 2D. То есть мы продолжаем идею Dutch Flow, то есть быстро работает, удобный бот, понятный интерфейс. Опять же, благодаря интерфейсу мы делаем не просто железо, мы делаем конечное решение, которое позволяет успешно привлекать внимание покупателей. Ну, про это устройство что я скажу? Отлично работает, экран здесь QVGA, не как в Diamond, не VGA. Благодаря этому время жизни дольше. В комплекте будет автодержатель, автоподзарядка, то есть очень удобное решение для навигации. Сам пользуюсь, очень доволен. Те, кому навигация, в общем-то, не нужна, могут выбрать ту же самую платформу, приобретя Dutch 3G. Он тоньше, он... Девушки говорят, что 3G симпатичней, но мне больше нравится Cruise 2. Мы делаем в долларах, тут умножить на 36, да, получается цена, та, которая получается, к сожалению. И стоить он будет, наверное, 1025. Еще одна новинка, тоже продолжение нашумевшей модели. Новая грань бриллианта. Новинку, но... Да, новинку. Правда, у меня еще есть одна штука. Да, Diamond 2? Хорошо, угадал. На тебе майку-кепку. Да, человек совершенно прав. Совершенно верно, Diamond 2. Здесь 5 мегапикселей, автофокус камера. 3,2 дюйма. Широкий VGA-экран, 800 на 480. И идея устройства – это мультимедиа. Устройство появится, я думаю, в апреле. Цена на него 1027 будет. Но если учесть, что первый Diamond, когда появился, он стоил тоже 26, я думаю, люди, кто понимает, за что они платят, они будут рады этому устройству. И, наконец, главная новинка, анонсированная в интернете HTC Magic. Хотя, как он будет называться и почем, из первых уст. Покажу вам Magic. Устройство продается в Европе. Дизайн вот этот неконечный. Magic – тема. Хочу продавать много и дешево. Но, к сожалению, как получится. Потому что ценник может быть в районе 1020-25. Но вы посмотрите на дизайн. Андроиды восстанут. Ожидается, что устройство на базе Android будет привлекательно именно легкостью в управлении. В любом случае, это новая страница в мобильных девайсах, пока еще только открываемая российским пользователям.